Ой, что случилось? Капец. Слезы текут. Невозможно же. Знаете почему? Одну головку я лука почистила. Я не могла, я сейчас постоянно слезы вытирала, не могла уже. Но этот нет, а вот это все текет, текет, текет. Такой горький лук здесь в Германии. Невозможно лук чистить, это ужасно. Сразу глаза все текет, слезы. Сейчас хочу что-нибудь сварить, ищу, думаю, что-нибудь новенькое. Не знаю, что сейчас сварю, посмотрим.